18 февраля в актовом зале детской библиотеки в рамках проекта «Экспедиции по литературным местам» состоялся поэтический вечер «Души начинают видеть». Он был посвящен жизни и творчеству поэтов Серебряного века. Организаторами выступили председатель Совета женщин Десногорска Татьяна Агафонова и художественный руководитель детского театра «Гномик» Дания Макарова. Проект «Экспедиции по литературным местам» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Его основополагающая задача – повысить интерес к художественной литературе и чтению, развить творческий потенциал подрастающего поколения. Наша задача в проекте – донести вот эту, ну как сказать, не то что красоту стихов, а то, что это необходимо. Необходимо нашему внутреннему миру, нашему уму, нашему сердцу. Для меня своя, наверное, узкая задача, потому что я всегда работаю с детьми. Ну, не работаю, а служу детям. На самом деле это служу детям. И на сегодняшний день успеть дать им вот, эту, вот этот интерес в них развить. Вот только вот эта малая часть детей в нашем гномике, чтобы они это получили. Я за них рада. Я даже немножко им завидую, что они сейчас это начнут открывать. Главными героями вечера стали поэты Серебряного века – Борис Пастернак, Марина Цветаева и Корней Чуковский, а также поэт-песенник, уроженец Смоленской области Михаил Исаковский. Воспитанники детского театра «Гномик» в формате постановки познакомили гостей мероприятия с жизненным и творческим пути писателей. Все наши работают в поле с рассвета, а я вам избу стерегу. Двухлетний братишка со мной к тому же, не смыслит еще ничего. Уйдешь, захлебнется в какой-нибудь луже, или бык забодает его. И куры клюют огурцы в огороде, хоть палкой их бей по ногам. Сгоню их они, успокоятся вроде, а гляну, опять уже там. Свою роль в рождении особого дыхания литературного вечера сыграл и антураж. Приглушенный свет, книги на столах, нарядная одежда на юных актерах. Окунулись в мир поэзии педагоги и ученики третьей школы. Я считаю, что нужно развиваться в разных областях. И в такой, как литература. Это очень интересно, познавательно. Можно узнать много нового. Много положительных эмоций и впечатлений получили не только зрители, но и выступающие. В дальнейшем в рамках проекта «Экспедиции по литературным местам» участники посетят места, связанные с жизнью и творчеством выдающихся поэтов. По итогам этих поездок в Десногорском историко-краеведческом музее будут проводиться экскурсии в необычном формате с элементами театрализации и с использованием фотоэкспонатов. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.